Так, что привезла я? Привезла лимоны. Купила я 88 рублей вот за килограмм. Не знаю, дешевле это или нет. Получилось у меня почти 2 килограмма, 161 рубль. Будем вместе с вами сушить для чая. И вот также купила хлеб черный. Украинский новый называется. Уже не такой мягкий, но он вкусный, очень свежий. Сыну понравилось. Состав очень такой довольно хороший. Хороший такой хлебушек. И потом покажу свои рисунки, что я там нарисовала. Это будет уже чуточку попозже. Ура! Мы дома, наконец-то! Приехали от друзей вместе с Женькой, отдыхали. Мы отдыхали в нашем же городе, но в другом совершенно прям другом районе. И, конечно же, я сходила по магазинам. В этот раз я привезла очень мало. Ну, не считая, конечно, вернее, посчитая шампунь. Такие шампуни я покупаю себе на зиму. То есть зимой я мою голову не так часто, поскольку я никуда практически не выхожу, сижу дома. Поэтому можно мыть шампунями абсолютно любыми, подешевле. Эти были подешевле, меньше 100 рублей, там 80 или 70, или 60 даже, я не помню. Первый раз я на Озоне такие купила. Здесь 2 шампуня и 4 бальзама. Вот они, видно, они все бальзамы. А бальзамы у меня расходятся гораздо быстрее, чем шампунь. Вот. Ну, шампунь как-то пенится, чуть-чуть его возьмешь, а бальзам вот прям очень много. Я покупала это в Карусели. Вот, также пикник я купила. Муж мне подарил ярче. На нее, кстати, по-моему, обзор был. Да, по-моему, был обзор. 2 сникерса. Кстати, пробовала сникерс. Сейчас появился новый. Даже зуб сломала об него. Что, кстати, не очень приятно оказалось. Вот. Так, также я купила, в ленте мы были, я купила еще сушеного укропчика, чтобы мне дополнить свою баночку. Не знаю, буду я его перемалывать или нет. Кстати, на него тоже был отдельный обзор. Вот, попробую, хочу добавить его в хлебушек, потом, потому что хлебушек потом пахнет просто обалденно. Нереально вкусно. Вот, и, конечно же, заходили мы в Fix Price, но там я стала, немного решила брать. Вот, я взяла еще одну игру такую. Там у нас с цветочками была, здесь у нас другие вот рисунки. То есть, вот, оказывается, их существует 2 части. Они даже, кстати, а вот вторая, наверное, двоечка вот эта вот. Это вторая. На нее будет делаться отдельный обзор. Вот, мы с вами ее откроем, посмотрим, что же там внутри. В принципе, когда я ее увидела, что уже люди начали покупать, я захотела, хочу их много, думаю, чтобы можно было какой-то цветок сделать там какой-то. Думаю, блин, это же так, наверное, интересно. Вот, и наконец-то нашла. Очень долго ее искала. А в нашем магазине, к сожалению, ее не было. Вот, и я вот нашла только там. Fix Price. Сходила и купила. Вот, ну, в принципе, все. Обычно я привожу со своих маленьких отдыхов очень много. Ну, если, конечно, это подвинуться еще вот так вот, это будет, конечно, круче смотреться, да? 4 бальзама и 2 шампуня. Ну, в принципе, конечно... Хотя, нет, знаете, у меня на голову уходит очень много шампуня. Тем более волосы длинные. И стричь в ближайшее время я их пока что не собираюсь. Может быть, если только по чуть-чуть там подрезаю внизу, но пока не собираюсь. Вот, да, кстати, какие я взяла... Так, здесь у нас экстракт женьшеня. Так, зеленый чита-та-та. Там для чего они? Здоровый баланс. Тони блеск. А здесь у нас другой. Защита цвета, восстановление питания. Вот, там был еще для объема. Но зная себя, свои волосы, и после такого шампуня, во что они превращаются... Я решила не брать. Думаю, нет, я не буду экспериментировать. Хоть я и дома нахожусь, думаю, ну так, не дай бог, мало ли, помоешь голову и куда-нибудь выйдешь, и там такая просто шапка, там кошмар просто. Один раз я купила
Думала, ну, немножечко объем будет, а там такой кошмар был. Вот. Все, мы дома, у нас все хорошо. Мы прекрасно доехали. Всем спасибо, что вы нас смотрели. Вот наши маленькие путешествия, наш отдых. Вот. И всем пока-пока. С вами был канал Артмания. Забыла сказать, я еще рисовала. Вечерами там было иногда просто нечем заняться перед самым сном. Хотелось, чтобы глазки устали. Вот, я отгадывала там кроссворды всякие, Лёшкин кот я купила. И вот периодами рисовала. То рисовала, пока сохнет, я отгадывала. Вот, короче, такая у меня красота получилась. Вот, нарисовалась вдоволь. Это вот я, по-моему, первый день рисовала. Это вот еще рисовала. Это, кстати, еще потом камеру подставила. Не знаю, как там получится. Если там все супер получится, мне понравится, все будет видно, то выйдет на нее ролик. Вот, если все хорошо. Так. Вот такая вот. А Женька говорит, прям вообще шикарно. Говорит, мне казалось, говорит, то, что это реально лежит яичница, говорит, даже кушать захотелось. Такая она прям действительно получилась классная. Вот. И вот такая. Ну, вот это еще не дорисованная у меня. Еще немножко его дорисовать, еще его ручкой немножечко черненькой надо обработать. Вот. Вот здесь я еще не дорисовала. Но уже вот довольно он это красиво смотрится. Я даже когда рисовала, мне так грушу захотелось. Вот. Все. Всем пока-пока, мои хорошие, мои друзья. С вами был канал Артмания.